Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас начало июля, средняя полоса России. Наконец-таки началась первая волна цветения роз. В этом году, конечно, она немножко позже, чем обычно. И дожди нам подпортили всю погоду. Ролик я планировала снять раньше, но вот как только стали распускаться розы, пошли эти ливни, затянулись на неделю. И вот только сейчас они более-менее пришли в себя, опять стали распускаться. В общем, сейчас я сделаю такой небольшой обзор, покажу, что цветет, а также расскажу о моих самых любимых, красивых и неприхотливых сортах, которые успешно у нас растут в средней полосе, прекрасно цветут каждый год и отлично зимуют. Сейчас перед вами одна из моих клумб. Здесь у меня растут розы, в основном чайно-гибридные и флорибунды. Вот там в конце одна плетистая симпатия. Этот розарий я хотела сделать в таких красно-желтых тонах, и все подбираю розы. Честно говоря, он у меня такой еще полулысенький, потому что, ну вот не совсем сорта меня устраивают, какие-то не очень обильные, и я постоянно здесь что-то меняю, выкапываю, сажаю новые. В общем, конечно, пока до идеала этот розарий далек. Но все-таки есть сорта, которые мне очень нравятся. Вот, допустим, эта роза Нина Вейбул растет у меня уже очень давно. Она всегда шикарно цветет. Посмотрите, у нее какие цветочки такие нежненькие, аккуратненькие. Они не крупные. Эта роза всегда обильная, и она уже сейчас, можно сказать, доцветает. И несмотря на то, что уже, видите, бутончики практически, ну, все уже раскрылись. Здесь вот что-то есть. Там вот внизу, видите, растет побежек красный, не знаю, видно будет или нет, вон он. И она вот сейчас отцветет, и потом новый побег будет, и она в итоге у меня так в течение всего лета цветет. Вот эту розу хочу вам показать, называется она Морису Трила, пестрая, необычная. Посмотрите, какие у нее тут яркие штрихи. Такая она вся как карнавал. Это слово у меня ассоциируется прям с ней. В общем, очень красивая, чайно-гибридная, но обильная. И всегда она цветет такими прям букетиками. Видите, здесь прям по несколько цветочков на стебельке. А также, что я вам еще хочу показать. Моя роза Ландора вот только начинает распускаться как-то. Плохо она в этом году у меня нарастала. После зимы побеги подмерзли, я ее сильно обрезала. И в итоге раз, два, три, четыре веточки. Но ничего, бутонов у нее тоже всегда много, она еще себя покажет. Дальше здесь Эльтора. Розочка, тоже чайно-гибридная, начинает распускаться. Это моя новинка, Ми Этьен Луи, тоже вот-вот распустится. Здесь вот такая роза, по-моему, почвопокровная. Не помню точно, но вроде бы да, называется Альпенглюхен. И она вот тоже, видите, только первые цветочки распустила. А так тут целые такие букеты, вот и вот. И вот очень обильная роза. И, кстати, вот такие именно почвопокровные, они, видите, сами по себе не очень сложные цветы, такие простенькие, с желтой серединкой, но они так обильно цветут, они такие устойчивые и к дождю, и к непогоде, поэтому имейте в виду, но цветы, вы сами видите, их очень много. Также из новинок у меня вот там растет роза Контесса, тоже она такая очень красивая, красивые цветы. Вот первый год они не очень крупные, потом они будут крупнее. Здесь сейчас я попробую пройти, тоже моя новинка. В этом году покупала несколько сортов роз серии «Очаровательные глазки». И вот это одна из них, посмотрите, у меня их много, желтые, розовые, я вам потом покажу. Тоже только начинает распускаться, название точно не помню, или Крем Babylon Ice, ну как-то так. Если найду название, напишу на экране. Дальше здесь у меня роза Гранат только начинает распускаться. У нее такие маленькие розочки, похожие на бусинки. И вот эту розу хотела вам очень показать. Это чайно-гибридная. Посмотрите, какая шикарная. Называется Luxor. Цветы, ну, просто огромные, такие прям богатые. У нее такой цвет бархатный, такое сочетание благородное. Наружная часть лепестков красная, а внутренняя белая. И она в этом году меня просто поразила. Посмотрите, во-первых, сколько бутонов. Во-вторых, они все такие прям крупные. Очень шикарная роза. Этой розы у нас не было, но я думаю, в этом сезоне, точнее не в этом, а в следующем весне постараюсь саженцы этой розы взять. Перемещаемся дальше. Здесь у меня цветочки в кашпо, петуния, бакопа. Тоже посмотрите, какое воздушное облачко. Бегонию я выращивала из семян. Она у меня как-то не очень пошла, но вот сейчас стала отрастать. Здесь тоже розочки. Эшли моя любимейшая, тоже шикарная роза. Дальше здесь Queen of Sweden. Конечно, забивает ее мой клематис вот этот. Я ее буду пересаживать. А так розочка тоже очень красивая, несмотря на то, что она английская, куст узкий, не разваливается. И вот для переднего плана, для серединки вот самое то. Она всегда такая нежная, такая милая. Очень мне нравится. А дальше здесь Кессингтон Гарденс роза. Тоже один бутон срезала, и то срезала, потому что он такой веснушечками стал после дождя. А так вообще очень долго держит цветок. Он уже цветет, ну, наверное, недели две точно. И вот я его сейчас трогаю, он такой плотненький. В общем, имейте в виду, тоже хороший сорт. Дальше здесь у меня растет булузелла, а напротив... Вот такая красивая романтика Булузелла. Это Мисти Баблс, тоже спрейка. А это бордюрка мою. Маленькая, аккуратненькая. Такая розочка для переднего плана. И при этом очень обильная. Я у нее здесь срезала цветы. Это уже, так сказать, остатки. Дальше здесь Вайкики. Роза начинает распускаться. Один бутон был, я его срезала. Роза пастела. Тоже посмотрите, какая нежная. У меня муж ее сравнивает с Пьер-де-Рансар. Говорит, один в один, только меньше. И я тоже на нее смотрю. На самом деле, да, бутончики очень похожи. Они даже вот когда начинают распускаться, тоже такие, как маленькие Пьер-де-Рансары. Потом она вот такая. Очень тоже хорошая роза, обильная и быстро кустик нарастает, что немаловажно. Ну а по группе это розочка флорибунда. Здесь у меня все посажены флорибунды, а там уже спрей и вот эта роза, это, по-моему, чайно-гибридная. Дальше роза Голден Эльза или Голден Эльза. Она цветет у меня уже... Ну, недели две, а то уже, наверное, больше. Все дожди, все ливни она прекрасно перенесла. И эта роза получает просто не 5 баллов, а все 6 за свою устойчивость к дождю. Поэтому тоже я вам ее очень рекомендую. Дальше здесь у меня растет турецкая гвоздика. Кстати, махровая, выращенная из семян. И обратите внимание, сейчас летом самое время сеять такие многолетники, двулетники. Сейчас вы посеете, они у вас за лето нарастут, а в следующем сезоне зацветут. Поэтому тоже имейте этот момент в виду. Здесь у меня розы еще не распустились. Я думаю, нет смысла о них сейчас говорить. Когда расцветут, тогда уже покажу. Розочка Мария Терезия. Тоже нежная, красивая, аккуратная. Посмотрите, какой кустик. 3 веточки. Он молоденький, посажен в прошлом году, прошлой весной. А цветочков при этом, смотрите, очень много. Тоже она у нас была в этом сезоне. И, я думаю, будет в следующем. Дальше здесь у меня спрейка Саммер Dance. Очень обильная, очень стойкая, дожди, все на ура. И что хорошо, эту розу просто идеально использовать для букетов. Она долго стоит, и вот так несколько веточек срежешь, и все, букетик готов. Здесь красавец, всем известный, самый популярный юбилей принца Монако, но он у меня какой-то развалюшка. Надо его вот так вот пособрать, потому что, опять же, дождь был. И вот я смотрю, и листва какая-то мокрая. Наверное, вечером тоже дождь был, потому что вот я вчера все здесь ходила, подбирала, что-то подрезала, чтобы вам показать. А сегодня опять все какое-то разваленное. Наверное, все-таки не вечером, а ночью он опять нам устроил здесь непорядок. В общем, что хочу сказать. В этом сезоне юбилей принца Монако очень крупный. Вот цветы прям огромные. В прошлом году, мне кажется, были поменьше. Но что я еще заметила, цветочков не по несколько, не по 3, а как-то вот по одному. Какие-то ветки, конечно, есть вот такие шикарные, пышненькие, а вот на каких-то по одному, не знаю, может быть, он подмерз, может быть, еще что-то. Ну, а в целом, что говорить, эта роза всегда прекрасна, всегда шикарна. Тоже цветы уже, видите, отцветают, давно цветет, уже, наверное, недели две. Переходим сюда, к моей круглой клумбе. Здесь у меня такой микс из разных сортов роз, насажены и чайные гибридные, и флорибунды, и там даже английские, но все-таки в основном чайные гибридные и флорибунды. Эта роза называется акварель, тоже шикарный сорт, очень обильный, она у меня зацвела давно, и это уже остатки, я ее уже обрезала, и тут уже видны следы обрезки. Шикарная роза, чайно-гибридная, но она просто супер устойчивая, всегда выходит из зимы первая, всегда зацветает одной из первых, ну и цветение, сами видите, оно просто супер обильное. Дальше розочка английская, сейчас я вам поближе ее покажу. Golden Celebration. Посмотрите, какие цветы. Ну, просто чудесно. Они такие благородные, цвет такой теплый. И сама по себе она всегда тоже хорошо цветет. И цветочков у нее по несколько штучек на ветке. В общем, тоже сорт, ну, замечательный. Дальше розочка тоже хорошая, необычные у нее цветочки. Вот так она выглядит. Посмотрите, называется Raffles Dream. Цветки у нее рваненькие, такие рельефные. Ну, смотрится забавно. Это тоже флорибунда, и цветет она тоже хорошо. Дальше одна из любимых роз моего мужа, ну и моя тоже, роза Глория Дей, как всегда, во всей красе. Крупные цветы и такая окраска у нее, прям как будто неоновая, переливы волшебные. В общем, у кого не растет эта роза, обязательно посадите. А дальше, там у меня уже такие новинки. В конце Жан Кахто, куст, тоже молодой, а вырос так, вон на пол клумбы, можно сказать. Дальше здесь роза Джипси. Это, по-моему, японской селекции, честно не помню. Но не могу сказать, что она мне очень нравится. Она у меня несколько лет растет, но так себе, но цветы красивые. Дальше леди Мармелад, Комтес Дюбари. А здесь у меня торнадо, тоже роза. Одна из таких, которая должна расти в каждом саду, потому что она цветет до поздней-поздней осени. И несмотря на холодные дожди, несмотря на ветра, она будет цвести и цвести и цвести, и до последнего. Всегда листва у нее здоровая, зеленая, сочная. Цветы всегда в таком большом количестве. В общем, роза одна из таких must-have. Дальше проходим розы Big Purple. Смотрите, какой красивый цвет. Какой огромный бутон, какая закрутка внутри. Для срезки просто идеальная, но плохо держит дождь. Сразу вам хочу сказать, вот если дождик пошел, все цветы в пятнах, все это быстро загнивает. Но когда дождя нет, мимо нее просто нельзя пройти, потому что она, ну посмотрите, ну вот шикарная и цвет, и форма. Здесь новинка моя, это весной посаженная парфюм де Либерти, ароматные цветы. Очень большие и, что тоже примечательно, рельефные такие лепесточки. Тоже розочка нам очень нравится, и мне, и Сереже. Здесь у нас растет тоже ароматная роза, называется Шанталь Мерье. Цветочки похожи на Леонардо да Винчи, но более ароматные. Тоже хорошая розочка, обильная, цветет хорошо и зимует тоже замечательно. Дальше здесь роза у меня одна из самых популярных, Чип энд Дейл. Цветет и во всей красе себя показывает. У этой розы очень необычные по цвету цветы. Они сначала вот такие персиковые, распускаются они совсем оранжевые, а потом по мере цветения они выгорают до нежно-розового. И выглядит вот так. И поэтому, когда кустик цветет, кажется, что на одном кусте разные цветы. Вот такая она забавная. Дальше здесь у меня роза Тесс. Это чайная гибридная роза. Она очень хороша для срезки. Бутоны держатся очень долго. Цветы такие богатые, красивые, формы. Просто супер. И я читала, эту розу создали специально для свадебных букетов и свадебных церемоний. Дальше здесь у меня растет тоже одна из моих любимых роз. называется, Фредерик Мистраль. Цветы крупнейшие, просто гигантские. Она вот только сейчас начинает распускаться, они так будут еще больше. И она тоже очень-очень ароматная. Дальше здесь Буинг доцветает. Ну, особенно о нем говорить не буду, потому что уже цветы, видите, отцвели. А так вообще роза такая классическая белая. А здесь спреи тоже еще не распустились. Там Love Lydia. Это новенькая Pink SS, тоже вроде невзрачненькая, но очень-очень ароматная. А здесь у меня растет Blue For You. Тоже она уже доцветает. Видите, там много отцветших таких бутончиков. Надо пройтись, обрезать. Тоже одна из ароматных роз и таких обильно цветущих. Джаз, красавец Джаз. Посмотрите, его можно здесь снимать с нескольких сторон, потому что он и так красивый, и вот так красивый. И тоже роза такая яркая, такая веселая, так хорошо цветет всегда. Одна из таких жизнерадостных и просто веселых и, опять же, повторюсь, неприхотливых и устойчивых к дождю сортов. Дальше здесь Rhapsody in Blue, голубая. Забыла сказать вам, что здесь у меня розарий состоит из оранжево-голубых роз. То есть я старалась здесь подобрать сорта синенькие, скомпоновать их с оранжевенькими. Ну, сейчас картина более-менее прорисовывается, но посмотрим, что будет через пару лет, потому что я вот в том краю я досаживала розы этой весной, поэтому, конечно, еще не так все красиво и не так все заполонено, как хочется. Ну, что вам еще здесь показать? Вот эта розочка. Сажала ее в компанию к Blue For You, и называется она Angel Eyes. Тоже у нее, смотрите, такой нежно-нежно-сиреневый цвет, а вот там внутри более темная серединка. Я сейчас смотрю, на этой розе вылезли трипсы, и все такие мертвые. Я вчера опрыскивала розы коктейлем, и все трипсы, видимо, крякнули. Ну, это хорошо, в этом году их очень много. Я уже травила, они все равно прилетают. А дальше роза бриоза, смотрите, просто волшебная. Цветет, вот всегда целой такой шапкой, копной. Это она еще только на начале цветения. Дальше здесь у меня Лоран Каброль. Тоже такой прям крупный у него цветок, пушистый, и цвет такой коралловый, нежный, красивый. Дальше здесь новинки, Hot Chocolate, здесь Маликорн, тоже, посмотрите, маленькая, это этой весной посаженная, но цветочки у нее такие необычные, видите, как корона какая-то. Дальше там ароматная Мами Блю розочка, тоже видите, оттенок у нее такой синий, эти розы. Blue For You, Rhapsody in Blue, Мами Блю называют синими. Здесь спрей, еще не распустилась, Sun City, по-моему, и одна из самых тоже желанных роз, Easy Does It. Смотрите, рваные лепестки, окраска приятная, тоже красивая очень роза, тоже очень обильная и в целом неприхотливая. Кустик, кстати, быстро нарос, она всегда такая маленькая, ее сажаешь, кажется, ну что из этого саженца вырастет, а нет, она у меня, получается, третий год растет, и уже вот такой красивый кустик. Ну, давайте я вам сейчас покажу последнюю из своих клумб и буду заканчивать. Смотрю, уже время 20 минут, но это вообще наговорила. Конечно, про розы можно говорить бесконечно, особенно когда они цветут, их можно разглядывать, каждый цветок. Ой, ну это просто, не знаю, волшебство какое-то. Ну, здесь мой розарий такой, самый большой, длинный. Даже не знаю, с какой стороны вам его лучше снимать, с этой или с этой. Ну, начну, наверное, с середины. Роза Ангела. Я специально ее подальше стала снимать. Посмотрите, какая она мощная, какая огромная, какой куст. И даже не куст, а кустище. Она, конечно же, развалилась после дождей. И ее тоже по-хорошему надо было бы собрать. И это бы была бы такая одна большая розовая копна. Ну, времени у меня все нету, и я как-то так хожу, думаю, ну, в целом и так неплохо. И опять же, прошу заметить, что эта роза цветет у меня уже 3 недели, если не больше. Она распустилась еще в начале июня, перенесла все дожди. Посмотрите, как были ее вот эти огромные букеты. такими румяными, розовыми, красивыми, так они и остались. Роза ничуть не испортилась от дождя, наоборот, вот дождь лил, и, кажется, она стала свежее, и цвет стал ярче. Супер устойчивая роза к дождю, поэтому вот жителям таких регионов, как у нас средней полосы, я эту розу просто настоятельно рекомендую, потому что она у вас будет цвести тогда, когда другие не смогут. Также одна розочка, которая очень удивила меня, и не только меня, мне уже писали отзывы о ней, роза лимон-помпон, посмотрите, тоже цветет давно, тоже дожди, не дожди, пожалуйста, все в прекрасном виде, цветы идеальные, ни одной веснушки, цвет красивый, тоже просто супер. Это новый сорт, еще немногие о нем знают, и за ним так особенно не гоняются, но я думаю, время пройдет, и эта роза будет одной из самых желанных. Дальше Артемис. Тоже такая настоящая жемчужина сада. Посмотрите, какой кустище, какой огромный, какой пышный, пушистый. И это еще не все. Он мне еще тут надумал выпустить вот такую стрелку. Видите, вся в цветах. Тоже роза. Ну, одна из лучших. Я их очень довольна и вам даже советую. Дальше здесь начинаются у меня чайно-гибридные розы. Lovely Red, роза красная, классическая, бесшипная. Я ее тоже сажала для срезки. Роза Аква доцветает. Видите, цветочки уже все осыпались. Я их оставила, чтобы снять ролик про обрезку роз летом. Тоже одна из моих любимых роз. Красивая, классической формы бутон. Она очень долго держит свой вот этот вот бокал и не показывает серединку, но опять же для срезки одна из лучших. Здесь Бермуда начинает распускаться, роза Луи де Фюнес, тоже хотела от нее избавиться, потому что цветы красивые, большие, яркие, но как-то недолго держали форму. Вот она распустится утром и уже к обеду все. Но несколько лет она у меня проросла, наверное, наслушалась моего негатива в свою сторону и как-то лучше стала держать форму. И вот в этом году она меня просто удивила, я уже ее обрезала. Видите, там ветка обрезанная. Цветы прям шикарные. Вот жалко, что вот этот цветок не распустился. Эти уже, конечно, доцветают. Дальше здесь у меня новинки. Кортеж Джубили. Там пестрая фантазия. Молоденькие кустики, посаженные в этом году. Но уже, посмотрите, какие хорошие, какие пушистые. Ну, а это немецкая роза. Дуфтрауш. Чайно-гибридная. Но куст просто огромный. Я вот сейчас так подальше встану. Видите, он уже, наверное, в ширину почти метр. Цветы красивые, малиновые, такие сочные, крупные. Ну, тоже такая розочка для переднего плана. Очень мне нравится, избавляться не буду. Ну, вот такой обзор у меня получился. Конечно, есть еще розы. И если я расскажу обо всех остальных, это затянется еще минут на 20. Но давайте закончим сейчас на этой ноте. Сделаем первую часть обзора. Второй обзор сделаю уже в следующем ролике. Берите на заметку все сорта. Очень они хорошие, действительно хорошо растут, прекрасно зимуют. И также пишите в комментариях, какие сорта роз нравятся вам, какие розы у вас цветут обильно и никогда не подводят, потому что для людей, которые создают только свои сады, которые подбирают сорта роз для розариев, эта информация очень важна, поэтому делитесь своим опытом. Ну, у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до встречи!